Доигрались. В Канаше перед судом предстанут двое местных жителей. Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. Подпольный игровой салон просуществовал чуть больше года. За это время злоумышленникам удалось заработать почти 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело проведено 12 обысков, а также 4 осмотра мест происшествия, в ходе которых изъяты игровые автоматы, комплектующие к ним системные блоки, иная компьютерная техника, видеорегистратор и видеодомофон, использовавшиеся в противоправной деятельности, а также записи, свидетельствующие о ведении подозреваемыми в черной бухгалтерии, а также более 300 тысяч рублей наличными. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Канадский районный суд для рассмотрения по существу. We'll be right back.